краевом министерстве промышленности, энергетики и торговли подвели предварительные итоги тотального мониторинга торговых точек и складов, в которых продают и хранят алкоголь. На всю продукцию у предпринимателей должны были быть документы. Однако, как показывают результаты рейдов, нарушений множество. Только за одну неделю 247 торговых точек исключили из списка магазинов, в которых разрешено торговать спиртным. У 95 предпринимателей аннулировали разрешение на продажу алкоголя. Чаще всего проверяющие сталкиваются с поддельными федеральными спецмарками. Например, в ходе проверок в Канске сразу в нескольких магазинах обнаружили спиртное с такими наклейками на бутылках. 7 видов водки не соответствовали требованиям законодательства. Вся изъятая продукция будет утилизирована. Бывают и злостные нарушения. Это когда объект лицензионной торговли торгует контрафактным алкоголем. То есть, подчеркну, даже не суррогатным, а тем, который может вызвать вред здоровью и даже угрозу жизни жителей Красноярского края, а водка, произведенная на каком-либо заводе без уплаты акцизов, то есть с поддельной федеральной специальной маркой. Ну и ряд других нарушений, которые свидетельствуют о том, что документы оформлены неправильно, и алкоголь попал каким-то, скажем, окольным путем.